все, пошли тишина, все смотрим. Руки расслабились, спина расслабилась, плечи расслабились. Голову назад, закрой глаза. Сейчас я беру руки и тебя как магнитом потянет назад. Но ты не злись, я тебя поддержу. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Открываем глаза. Громче. Встань прямо, ноги вместе. Кисти жали в кулак. Руки плотно прижали к телу. Не расслабляться. Смотри мне в центр ладони. Ты почувствуешь легкое головокружение, которое скоро пройдет. Как только я прикоснусь к тебе, ты закроешь глаза и не откроешь их до тех пор, пока я тебе не скажу. Голову назад. Руки окаменели. Ноги одеревенели. Туловище закостенело. Делаем глубокий вдох. Делаем глубокий вдох. Открываем глаза. Открываем глаза. Так, хорошо. Все правильно было. Когда делал наклон головы, ты держи его, ты его иначе выведешь из равновесия. Придерживай голову назад. И как бы не так толчком, а просто наклоняй голову назад. Здесь было хорошо, но если растопыришь пальцы, еще лучше будет. Все, пошли. Конкретно рабочий вариант. Когда провела, туловище закостенело, оп, в сторону отошла, чтобы мне не мешать. И я уложил, и ты сразу подходишь, да, и так, выше мост, на лоб, голову вниз. Руки расслабились, спина расслабилась, плечи расслабились. Голову назад, закрой глаза. Сейчас я уберу руки и тебя как магнитом потянет назад. Но ты не бойся, я тебя поддержу. Хорошо. Сделай глубокий вдох. Открывай глаза. Громче, жестче. Встань прямо, ноги вместе. Кисти жали в кулак, руки плотно прижали к телу. Не расслабляться. Смотри мне в центр ладони. Ты почувствуешь легкое головокружение, которое скоро пройдет. Как только я прикоснусь к тебе, ты закроешь глаза и не откроешь их до тех пор, пока я не скажу тебе об этом. Хорошо. Голову назад. Руки окаменели. Ноги одеревенели. Туловище закостенело. Хорошо. Выше мост. Выше мост. Голову вниз. Голову вниз. Все, брать руки. Брать руки. И проверяем на упругость. Вот здесь вот в области тазобедренного сустава. Все, отходит. Сначала ноги снимаем. Отходишь быстро. Делаем глубокий вдох. Делаем глубокий вдох. Открываем глаза. Открываем глаза. И после этого, вот так смотрите. Руки расслабились, ноги расслабились. И очень хорошее движение такое. Оп, спина расслабилась. Угу. Руки расслабились, ноги расслабились, спина расслабилась. Все. Почти. Хорошо. Все хорошо. Молодец.